Вон она, вон она. Ах, улетела. Это что-то вроде дятла, только поменьше. Они занимаются, знаете чем? Это переключаясь на другую тему. Вот, покажу вам нарядную фимову, да? Вот последние плоды, видите? Если посмотреть, тут их сотни, просто они уже переедены, переработаны в основном пчелами, мышами, всем, кому не лень. Так вот, видите вот эту работу? Вот сейчас показала птичка с длинным клювом. Ну, что-то это, вроде дятла, но только поменьше дятла. Вот они выклевывают отсюда, сами понимаете, то, что здесь может находиться в этих складках. Вот, но это 35 лет, ну, 32-33. Так, естественно, там уже под этой старой корой завелась кое-какая живность, личинки чего-нибудь. Птица выклевывает, и у нас получается равновесие. То есть они свою работу делают, я свою. И в то же время еще один идиотский совет. Я так и говорю, идиотский. Вот видите, работа этого дятла. Вот он, вот он, вот он, вот он. Этот идиотский из самых идиотских советов заключается в том, что ободрать всю эту кору. И якобы, ну, вы еще, а кто-то смеется, кто умнее. Не умнее, а как бы грамотнее, или как сейчас сказать, развитие. А кто-то всерьез принимает это и возьмет стамеску, и стамеску берут, и ножовку берут, а обратно тыльной стороной дерут. Вот, и этот, и щетку по металлу берут, и дерут, и дерут, и дерут, обрекая дерево на смерть. Это его естественное это, состояние. Естественное, не смейте. Еще один пример. Сколько уже этих идиотских советов я разоблачил, поставил их в позу, в неудобную позу. Вот. А им хоть вдохну. Вот. Сейчас только у меня завтра вебинар, сегодня суббота, 20, нет, сегодня 30, а завтра 1 октября. Вот. Это мой вебинар будет по Москве 16. Вот, и там я взял, скопировал, знаете, какую фразу? Вот. У Железова маразм крепчает. Поняли, да? Вот там продолжим этот разговор. Как у меня крепчает маразм? А кто такие дает оценки? Те, кто всю жизнь учил якобы выращивать деревья, а на самом деле убивать.